Тверичане собирают гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР. Продукты питания, средства гигиены, канцтовары, одежду – все, что требуется тем, кто сейчас в областной столице получил временное или же постоянное пристанище. Тему продолжит наш корреспондент. В Тверском отделении Российского Красного Креста принимают помощь от жителей. Здесь коробки с разными вещами. Для детей – продукты питания, предметы первой необходимости. Каждый вносит свой посильный вклад в общее дело, оказывая поддержку тем, кому она сейчас действительно необходима. Люди в беде. Там мои родственники, я сам оттуда родом, поэтому. А что принесли? Крупы, сахар, масло. Собирают и вещи, однако к ним более особое требование. Одежда должна быть новой. Также нужны одеяло, подушки, постельные принадлежности и полотенца. Продукты необходимо приносить длительного срока хранения. Крупы, чай, сахар, конфеты, сухое и детское питание. Мы сейчас собираем от населения у нас здесь, по улице Крылова, дом 28. Если поступают от организации, то у нас мы принимаем, у нас есть склад на набережной Лазури 9А. Они нам звонят, значит, мы с ними договариваемся, и мы там на складе принимаем. Помогать можно не только вещами, требуются люди. В отделении Российского Красного Креста ежедневно работают волонтеры. Все, 7 марта из Твери отправилось 11 тонн различных товаров. Вся продукция была предоставлена предприятиями Верхневолжья. Все собранные продукты и вещи будут переданы адресатам. Необходимость в новых поступлениях также сохраняется. И надо сказать, что тверичане с готовностью откликаются на призыв о помощи братскому народу. Надо помогать людям в трудную минуту. Сами бы оказали какую-то помощь? Ну, если будет такая возможность. Нужно помогать всем. Ну, можно, конечно, если знать, как участвовать и где. Конечно, события на Украине никого не оставляют равнодушными. Жители Твери также всей душой поддерживают военнослужащих, которые сейчас принимают участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Ну, я желаю им мужества, силы и, главное, чтобы они вернулись домой живыми. На слезы пробивает. У меня у самой 6 сыновей. И просто хочется, чтобы все были живы. Вернулись домой.